надо первым делом показать линию вот эту горизонта, где небо соприкасается с морем визуально. Если картину разделить на три ровные части, то фактически мы найдем эту линию. Вот таким образом наносим. Довольно смело это делаем. Значит, давайте теперь, вот у нас, это называется, кстати говоря, подмалевок только, всего-навсего. Вот теперь, теперь нам надо начать делать из этого картину. Второй слой наносится краской. То есть всего будет 3 или 4 слоя. Немножечко вот здесь налягается, да, это потом уберется. Можно даже вот так, да, вниз аккуратненько. Да вон полно краски осталось, любой. Ну да. Теперь намечаем, где будет находиться горшок. Готово, да? Давайте возьмем мастихинчики и сделаем вот что. Нанесем краску на поверхность вот этого стола изображаемого. Не пишите, не увлекайтесь. Один раз мазанули и все, и оставляйте. То есть не надо надолго заострять внимание. Так, у вас и так глазки устали, вас надо поторапливать, чтобы вы вообще... Мастихи. Вон, где мыло. Свет должен быть довольно яркий, то есть почти с фоном сливаться должно быть. Чуть-чуть по тону там может быть меньше. Хорошо. И оботрите. Ну да. Ты главное намекни, о чем подумать должен. Ну я вот уже думаю, как мне это сделать. Как это осуществить? Да. Смелее наносите. Так, пока подождите, достаточно. Все, ждите, да. Много. Все хорошо у вас. Так. Все, сейчас дорожку напишем и все это будем заново прописывать. Тучки разойдутся. Они само собой, погода-то меняется. Сегодня солнышко уже. Ну, живописно. Так, ну вот по, как мы видим по фотографии, да, приблизительно один цвет, один тон получается. Теперь это все надо прописать так, чтобы это было похоже на деревья, на листву и так далее. Но задаток уже есть такой, да? Нас услышали. Вот вторая картина, вот эта вот дорожка самая удачная. Там у тебя тоже хорошая дорожка. Они все такие разные. Абсолютно. И лес, вот просто разные полосы леса. Вот там средняя полоса России. Вот когда едешь, там как раз такие пригорки, такие нежные деревья. Ну, это, наверное, парк. А здесь вот я даже не знаю. Интересно. А вот здесь вот, мне кажется, ближе к северу, там, или наоборот, более южные, корявые такие.